36-летняя певица встречается с 27-летним баскетболистом Янисом Тимой, Дженнис Тима. Анна Седокова устроила домашний уикенд с возлюбленным. Экс-солистка группы Виагра много времени посвящает своим детям. Анна и Янис провели с наследниками певицы выходные. Спортсмен уже нашел общий язык со старшей дочерью и младшим сыном избранницы. Седокова показала, как они в течение 2 дней собирали сложный пазл. Тиме помогал 2-летний сын звезды, которого она родила в отношениях с бизнесменом Артемом Комаровым. Анна до последнего сомневалась, получится ли у них задуманное, делясь затянувшимся процессом кропотливой работы. Однако в итоге втроем они смогли собрать картинку. Певица также поделилась в Instagram Stories своими домашними хлопотами. Она приготовила для детей и возлюбленного вареники. Анна недавно рассекретила свой роман со спортсменом. Ради Седовой тот оставил жену с ребенком. У певицы 3 детей. 14-летнюю дочь Алину она родила от белорусского футболиста Валентина Белькевича. Дочь Моника появилась на свет от бизнесмена Максима Чернявского. 8-летняя девочка живет с отцом в США. У Анны не часто получается видеться с ребенком. С отцом Гектора она рассталась вскоре после родов. Ранее поп-звезда трогательно призналась в своих чувствах к Янису. Молодые люди не торопят события и наслаждаются конфетно-букетным периодом. Седокова заявила, что рядом с баскетболистом обрела личное счастье. Певица поделилась своими методами воспитания детей, отметив, что не балует их деньгами.